Свой выбор уже сделали многие представители местной власти. Заместитель главы Дмитрий Толмачев и заместитель председателя Совета депутатов Марина Баева проголосовали в школе номер 12 имени Чкалова. Это обязательная традиция, это и долг каждого из нас, проживающего в нашей стране. Отдать свой голос в традиционном формате с помощью бумажного бюллетеня пришла учитель истории Татьяна Анатольевна. Папа у меня всегда первым приходил на избирательный участок. Я с детства впитала это, что это важно лично пойти и поучаствовать вот в таком важном процессе политическом, демократическом. Не пропускает выборов кандидат технических наук, инженер-полковник в отставке Алексей Орлов. Я 28-й раз голосую. Ни разу не пропустил ни одних выборов, ни местных, ни государственных. Первые выборы у меня были в 1954 году. Впервые в истории выборы главы государства проходят в трехдневном формате. По всей стране организовано более 94 тысяч участков. В городском округе Щелково 125. Сегодня жители активно реализуют свою гражданскую позицию и приходят голосовать. И все говорят, что для них сегодня праздник. И я надеюсь, что все эти три дня это будет праздник. Праздник, потому что мы выбираем будущее нашей страны. На многих избирательных участках более чем праздничная атмосфера. Участие в голосовании совместили с Масленицей, которая в этом году выпала на дни выборов президента России. С Масленицей поздравляем! Евгения Корыцкая, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.